походу. Рома, ты прошел? Бежит. Ну, блядь. Тогда хукмастер на замене пока. Клава, заходи, брат. Пиздец, еще. Когда он уже пропадет, а? Сейчас, секунду. А я коровой стою, даже не замечаю. Я здоровый, но. Кого проси доджи? Да-да-да, чтобы. А у нас ты пал или нет? Дайте мне СС. О, на пол. Ну, давай в меня на пол. С пула все в босса сразу. С танком вместе. Да, да, давай на Пасифею это, блять. Так я удалось вылетело. Частицу на Пасифею, а ВП Хан просто побегает на рейнже. Никита. Рви, короче, под этот сейф под робота, потому что сейчас, скорее всего, тебе не успеешь что-то накинуть. А что, если встанут в смысле сейф под робота? Он будет, может... Ну, я всегда прожимаю ложный. Все хорошо. Он может сейф кидать в дальнюю цель? Нет, он будет то в одного, то в другого кидать. Мы можем с ней встать на вроде. Так бы можно было, ну, как бы, один на рейнже бегать. Так, хокмастера я пока кикну, чтоб не багался. Буду. РЧ. Блять, камни не дали. Здравствуйте. Здорово. Привет. На полу, холидринка с пола. Давайте, да я чё-то. И все под босса сразу, чтобы сало не поймать. 3, 2, 1. Прохил, прохил. На полу, блин, рано дай. Перекинь на МВП Ханта частиц. Рома, ты в Дисе, перекинь частицу, блядь, на МВП Ханта. Yeah.
На пулы в Лингрена сдай. И следующий, блин, рано сдавай. Лёху опять на пол. Холидринка на пол. Ключ нажал и ты, блядь. Где Вадикон? Робота на ролл. Да, четвертый. Давайте на ролл игрушку скинем. Шапка, да, шапка. Видимо, топ ДПСерам дают. Да, шапка ролла прикольная. Хотите, могу разролить? Да. У Бидона второй будет, если Паловский, который шамановский. Угу. Ну, нам на хилов вроде как сейчас надо актировать, где что бывает. Поэтому можно... Юля... Бидону 4 надо, да, я так понимаю? Него... Юля, игрушку закинь. Ну, да, желательно, да. Да, ру. Да. Ру. Ему не два. Он писал вчера еще 4 куска. А 2 куска ему что-то дают, подождите. Пускай тогда у Фила в приоре лежит. Ну, пусть у Бидона лежит. Ну пока пусть лежит, короче, сейчас инициатива упадет. Ой, жесткий хил. В принципе, если тело сейчас Микеля убьем, если тело упадет. А первый когда можно получить, блядь? Есть открытие? Ну, так первый, как первый, когда никому не надо, и смотрят, ну, купил урок. У кого-то 4, у кого-то 0. Ну, если он хотите, падает первый кусок, тебе просто не везет. По приору. И по приору. Идем на Алара. Ну, у меня это тоже был бы 4-й кусок, но я его брать не буду. Где осу взять? Напишите мне, где дайте мне. Эй, наверное, пал имеешь в виду? Да. Разве в этом? Прямо здесь, этом? Вроде бы здесь. У меня, наверное, пала это тоже был бы 4-й кусок, но я его брать не буду. По консулу, наверное. Нет, потому что...
В Т5 урон меньше, блядь, чем в Т4. У меня есть три куска, ты заебал, блядь. На трансмок отдашь? Какая хуйня получается, блин. О. Это Мэтфокс. Да ничего. Сейчас приеду. Топоры Салара за спиной носятся? Ну, по-моему, нет. Ну да. Я помню. Ну, приор для тебя не всегда важны. Почему ты по приору и по ГП жмешь и все? Я не про второй кусок, я про первый. А кто спрашивает? Мэтт Фокс. А, так ну, у него на перчатке, по-моему, вообще нету этих. Кто может забрать? Ну, кроме Славы. А у Славы я тоже есть приору? Перчатки, да? У Славы да, есть перчатки. Причем здесь приор? Тут Шалфир у него есть, у Славы есть, у друида-инвалида, по-моему, перчатки. Я заберу перчатки. На следующем, когда да, у нас... А, ну у нас воин еще появился. И там, ну, там, по-моему, Святос вроде говорил, что ему ну, не торопится, либо Кирсари говорил, кто-то из воинов. Этому Вадиком, ну, наверное, 6 воронок закинь. И будет все наоборот. Нет. Не совсем. Ну, короче, увидим на следующей неделе, как раньше. Сейчас пиздеть. Слышишь, Агрослав? Вадикону 6 штук закинь, воронок. У тебя нет? Нет, у меня ничего не открыто. А, у тебя 4 закрыты? Время фармить. Mm-mm, нету. Угу. А, голда. Нету, нету, я идол взял на той неделе 3 воронки. Ошибка. Ну, ты же знал, что я за неделю соберу еще 3 куска. Вообще ошибка идол брать вначале. Угу. Но это топ шмотка за 100к. Обычно. 4. Мы в 4 всегда били. Ну, тут посмотрим. Ебани сразу метку на Шалфира или на кого-нибудь, кто будет мили пачку, ну, пачку на второй фазе водить. Ну вот на Шалфире звездочка. Сука, все джеи, блядь, на одну ебало, нахуй. Сейчас, блядь, балласы придут, нахуй, за место строим. Ну, уже да, вымораживает. Вот там бафы пообновлять. Где МВП танк? Застой полетел. Я понял. Ну, блядь, либо 10 тысяч. Я понял, 20. Я понял тебя. Че, оста ебет? При... Оса будет 10. Коса... Косака просто не может найти жопу босса, поэтому он не бьет, блядь. А оса в воздухе может. Летает и бьет. Вот если Косаки приделают крылья... Думаю, он сможет. Ему и хант не нужен будет тогда. Выебет просто. Хвост у него длинный, да?
Ну, блядь, что, выросло, то выросло. Ну да. Да-да, массу. Уловит. Дай, Слава, перекрути. Катрисию приручи, да и все. Давайте, да, корните 5 минут. Мы нахуй не сидели просто так. Он тебя угарно выглядит. Зачем? Восстановить. Что, все здесь или нет? А это уже думайте сами. Что с ним делать? С кем-то делать? Так если я еще драться буду, у меня вот здесь еще эти скиллы будут. И вот тут еще ДБМ отображает кулдауны некоторые. Так, я пришел. Угу. Так что забей. Кого у нас нет? В чем проблема? А если вы из Японии, господа? Я ready. Сейчас еще раз. МВП Хант, Притон, Друид Инвалид, Рарник. Че, Рарник, Юля будет Притон... первый раз ловить? Да я. Притона не то. Понял, вообще не понял. Притон. Войд, Юля. Все здесь. Все. Зачем тебе его брать? На следующем круге пуляю. Все, флот убили, говорю. На следующем кругу пуляю, босс. Лёха, ты на фениксах этот. Такого гамазик, если что, на взлетке вверх страхуешь. Свич Валара. Пепел. Уголек.
Вверх полетел. Спрыгнули. Страхуйте. Да, я успею. Угу. Кружок. А, точнее, там нет кружка. Ну. Катрисия, что ли? Ну, Катрисия загулял. Прищемили ей там? Дверью, да, яйца прищемил. Гон начался. Так, следующая платформа 10 секунд. Рарник упал, убать его. Вадикон БР Рарника. Лапку каску пристабавка, захильте его. Быстрее захильте его. Следующая платформа 5 секунд. Опа. Че, не затаунтили? Таунт не со мной. Его обязательно таунтить надо? Это была ошибка. Заходить можно? Да, да. Нужно. Только если они летят за символом. О, а что все валяются? Ну-ка быстро нахуй. Покинули тело нахуй, забежали. Ну поставьте шкаф, я слетаю, символ возьму. Тарелка, это... Это клятва и стояла на джагу. Да, клятва дает уклонение же, да, получается? Ну, типа больше. Урон с джаги больше. Для танка, да. Потому что у него правосудие, блядь, вообще очень мало летит. Ну, именно в танке. А что за храм еще ты на Фокс? Не резали? Никого не резали, все бежали. Ну простите. Бог простит. По-любому. Отвечаю. Бога нет. А с кем тогда я в это в психушке виделся? Это просто вся правда. А что снег падает, дождь откуда идет? Как, блядь, Лёха, как этот символ называют?
Ой, хуй знает, сейчас скажу. Символ праведной защиты, да. Типа ты хочешь поставить на соло таргет или на масс таргет? А там и то, и то. А, понял. Один символ. Он 8% дает. Вот ты собираешь, короче, получается, этот, ну как, мили кап. Это 8% это мили, да? И еще эти 8% мили кап меткости, да, у тебя становится... Пристабав. 92-93 меткости, короче. А если ты вот этот символ ставишь, то у тебя 100%. Леха, да, это прото. Работа. Че, готовы все пулять? Слава. Арчена готов. Пристабав. Нет у нас. Мардаун, дроид инвалид. Есть. Если пристабав нету, всем дал. Есть, вижу, да. На следующем кругу пуля, вот он, летит. Спрыгнули. Быстро. Страхуйте и Юлю справа. Я бегу как могу. Юля быстрее меня убегает. Кружок, Юля. Удар. Сокрудал. Захил всех, захил быстрее Рарника, прохильте. Седжу прохильте. Баф дайте. Ну, каску, когда сюда пройдешь, дам. Кулак было бы тоже неплохо. Это не ко мне. Рарника спрошу кулак. Спасибо. Юля, тыкнешь горн, когда будет спон. К краю подойти. А, блядь, я Вилаша уже. Найс. А чё это было? Падаем. Гамазек, наверное. Ты мастаун там что ли ебанул? Ну, бля, вы заебали. Ну давайте уже ГП за эту хуйню. Ну чё это такое?
Костя, поставьте шкаф от мастера, возьмите, пожалуйста. Ну, тебе уйти надо. Короче, да, не знаю. Я пишу, как ты думаешь. По сотке разве? Шкаф. Давайте все. Давайте договоримся, если, блядь, за кем-то, за Миликом, кроме танка, нахуй, пепел полетел, уголек, нахуй. Спрыгните вниз, блядь. Да, лучше вниз спрыгните, потому что, блядь, ну, сложно забирать, когда люди не видят, что за ним, блядь, пепел летит. Уголек, нахуй. Так тут не падает только первый уголь. Ну, так он, блядь, и летит дальше, ну, так, нахуй. Ты притом... Его же надо... Один, у вас два танка мастер. Внизу. Один его поднимается, понимаешь? Забирает и идет дальше. Все. А, ну мне, короче, бежать, нахуй, я пока добегу. Там прикинь, я вот на ДК бегал, так делал, не было никакой проблемы. А, смысла нету. В смысле, смысла нету. Ну, так, все, все готовы? Готовьте сейчас, бля. Ну, кто у тебя в муте? Они друг друга в мут добавили. Уголь бьем. Уголь бьем. Уголь. Я пока не могу.
Активнее уголь. Тогда сразу заливайте тоже. Вверх летит. Прыгнули. Подстраховывай, командир. Уголь же не убивать, пока он вверху. Юля, вниз прыгай. Начнешь. Добьют от этого, да? Не поднимайтесь, милики. Просто ждите внизу. Уголь подбивайте до половины. Юля, лови Алара. Все, убивайте уголь. Убейте уголь. Так, не бейте, сбежали. Все в метку. К стенке побежали. РДД уголь подбиваем. Мазик, блядь. 30%. Юля, добав спадет, заберешь. Забирай, Юля. Выведите, босс. Уголь отведи. Босс стоит в лужах, выведите его. Ты другого забирай. К стене ведите. Они орите, блядь, заебали. Стенки вот видите. Ты, блядь, с меньшим хп забирай, понимаешь? А зачем ты, блядь, половину? Взлетел, не бейте, не бейте, не бейте угольки. Метку. Не бейте, блядь. Метку все ставили. Побежали. На тотем. На тотем. Все, сливайте. Теперь добивайте угольки. Мэтт Фокс, да, все вижу. Забирайте угольки новые. Я череба в пороге. Так же уголь убиваем. Выведи босса дальше. Там уголь хпшный под боссом. Уголь под боссом. Уголь не бейте. Не бейте уголь, не убейте уголь. Метку сбежали все.
Звездочку все, быстро. Разбежать. К стене, к стене. Углядец под боссом. А, Леха. Не, мы их клеваем, нормально. Нормально, нормально. У ХПшный его носите. У ХПшного забери. Так, сбежали все в метку. Не бейте. Рано. Хамазик забери справа. А теперь в метку. Не Лужит, убейте. Не убейте, еще раз говорю, угольков. Он вверху. Нормально, на тотем падает. Добиваем? Добивайте угольку. Юля, забери. Лужа под боссом. Забирай уголь. Забираю уголь. Не убейте угольков. Все в звездочку. Старайтесь выбегать к ближайшей к стене, чтобы далеко не улетать. Побежали. Хулины рынка, прохильте. Ревнув. Сокрудал. Юля, забери. У тебя спринт? Чё ты убегаешь-то постоянно? Катрисия, Иннер, Стелс, Войд, давай, Гангрен. Звездочку все собрали, быстренько. Стоп по углям, стоп по углям. Она бежала. Она вставала, отбежали. Бедная Катрисия. Инра, раскидайте. В ебенях каких-то лежит. Поднял. Поднял. Гамазика не уронить. Звездочку все собрались, быстро. Так, дальше бежим. Ваня, стой на месте, бегаешь, блядь. Дальше бежим, и сейчас улетим к дальней, просто к дальней стенке, и время теряем. Побежали. Отлично, бегаем. Букмастер, похильте. Уголь убьет, бог. Да, по углю. Отведи уголь. Еще один убыль. Да лучше босса, свечитесь уже и добейте. Коготь. Вот он. Вау. Ты там сидел, дрочил, да, на него? Котенок. Бежим направо, там одному уголем нет. Котенка. Котенка ролл. Да. Котенка на ролл.
Unroll. Нет, давайте его на ролл, а не unroll. Unroll сейджу. На unroll. И опять левая рука кистью. Мне кажется, так, котенка... Рольте котенка. Котенка можно было хук мастер. Залома... Так. Флот убейте, залома ночью гангрена, рерол. Залома ночью закинешь, котенка, слава. Ой, а я изучил. Шучу. Баштрейты. Коготь? Да, призрак на орде есть. Ну давай какой-нибудь трансмок еще. Седжу вроде хотел. Ну и даже на руки. Рома, ты что там, мочегон на ночь? Пускай не разрулит. Это просто трансмок. Никто не будет носить. Батя ему 400 тысяч рефлектами нанес. Вот это понимаю тему. Наверное. Левая рука. Да. Нет, левая можно. Рука. Пофиг, что левая рука. Он может тернаску взять. А если прийти, только тернаска правая. Нет, не сможет. Патруль идет. Сверху. 12 вроде. А, ты по номеру имеешь? Ты в макрос пиши просто, типа, из... Да. Не-не-не, ты, короче, прожми ее и посмотри пав. Ну вот, тебе ее и надо использовать в макросе. Ты неправильно, может, вписываешь, положи ее в сумку и типа открой макрос и из сумки нажми на нее типа через shift, понял? Диспел. Ну ебано в рот. А, не было никого, понятно. Дурак. Диспел. Макрос писал, не делаю. Понял. Вот бы пепел упал. Нихуя ты захотел. Да, ну в луте написано. Он падает, только там шанс дропа, по-моему, процент или меньше. Кто? Если они не Лара. Меняли... А он разве не скеля падает? Скеля. Он скеля падает. Но... Ну а мы на кого идем? А, я думал, ты про этого, про убитого Алана. XD. Не, падает. Вы еще эти захотите зенотки? Шанс дропа, блядь, пиздец какой мизер. Ну там обычно столько времени тратили на то, чтобы выфермить. Лесните, пожалуйста, вас резал. Мне на офе повезло, я помню, мне с 5-й или 6-й заход упал. Пандария была. Ну да. Но он на нем летать не очень прикольно. Там просто ты, короче, если правой кнопкой мыши летаешь, то у тебя, короче, за ним хвост тебе прям в экран хуярит, блять. О, ты контролем. Бля, ну инста 2 крита. Вот это они, блядь,
мощные. А что там было про товары и одиноки?